привет. Хочу представить вашему вниманию термокамеру для обработки пчел от пища. В общем, это наиболее лучший способ для обработки пчел, чем всякая химия, типа бипин, биварол, амипол, ну и прочие химии. Объясню почему. Потому что химия загрязняет воск, а соответственно вредит пчелам, их развитию, качеству, количеству меда. В термокамере прилагается кассета, в которую ссыпаются пчелы, после чего эта кассета загружается в термокамеру. Теперь вы можете видеть воронку, предназначенную для кассеты, чтобы стряхивать пчелы. На самой воронке сделан язык, поэтому языку пчелы скатываются. Их не сразу падают на дно кассеты, а постепенно скатываются. И с середины уже не так сильно себя ведят, падая на дно кассеты. По термокамере. Значит, в термокамере есть датчик снижения температуры. Одни показания на вентиляторы, другие показания на лампы. То есть в термокамере установлено 6 ламп, 2 из них большие, которые отключаются при нагреве оптимальной температуры. Значит, температура должна не превышать 48 градусов. Этого достаточно для особи клеща. Вот. Значит, в термокамере установлен 2 вентилятора. Один теплая подача воздуха, другой холодная подача. Значит, выструсили пчел в кассету. Снимаете воронку, ставите крышку. Все это, конечно, надо делать быстро, чтобы пчелы не поднялись. Крышка пристегивается вот такими крючками на пружине, специально сделанные. Ну и дальше относится кассета с пчелами в помещении, где стоит термокамера, потому что желательно, чтобы пчелы согрелись перед тем, как засовывать их в термокамеру. Вот. Но в помещении должно быть 15-20 градусов. Ну, желательно. И, значит, пчелы немного согреваются в помещении, и мы их вставляем в термокамеру. Тут оборудовано специальное колесо для вращения барабана, в котором находится кассета. Для того, чтобы равномерно обогревать пчел. Барабан потихоньку вращается, пчела распределяется по всей кассете и не перегревается. В общем, температура доходит до 48 градусов, включается вентилятор для охлаждения камеры. Теперь я покажу внутри термокамеру. Значит, она обшита фольгой и золом. Внутри, как видите, барабан. В нем кассета. Далее поддон, на который осыпается клещ. Осыпается и сразу пригорает. Вот. Поддон не покрашен,
Термокамера только раз использовалась. Вон лампы. Большие, маленькие. Вот так выглядит камера изнутри. Ну вот, собственно, и все, что я хотел вам показать. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что впереди еще будет много чего интересного. Всем удачи и пока. Кстати, я хотел сказать по поводу кассеты. Если будете делать самостоятельно, то используйте сетку меньшего сечения. Потому что вот эта сетка, она вот пчеловодная, 3 на 3 ячейка. Она уже крупная по углам. Тут 4 миллиметра. И пчелы просовывают голову и застревают. Вот. Поэтому ищите сетку с меньшим сечением.